Всем привет, с вами Дрэпс, и это уже 9-я серия обзоров модов для Майнкрафта. И этот мод добавляет нам в Майнкрафт коробки, которые различаются вот внизу по полочкам, по цветам, чтобы в них не запутаться. И этот мод является неким подобием мода Бэтпак. Вот такие вот коробочки. Внизу, как вы видите, наверное, разных цветов полосочки есть. Ну, давайте посмотрим, как они крафтятся. Вот таким вот образом. Cardboard Sheet крафтится вот таким вот образом. Из трех бумаги. Получается один Cardboard Sheet. Нам понадобится таких, сколько там, 8, да, получается. И посередине любой краситель. От красителя зависит цвет. Вот, вы видите, да? Чтобы не перепутать их. Ну, в принципе, давайте возьмем коробочки эти все. Несколько возьму я коробочек. И что же эти коробки, для чего они вообще нужны? Этот мод, в принципе, является, давайте возьму, простой пародией на Бэтпак. Не пародией, но все-таки чем-то похоже. Мы вот так вот, нет, в инвентаре зажимаем Shift и наводим левой кнопкой мыши. И сюда мы можем как бы помещать разные вещи. А чтобы их поместить, нам надо поставить. Хотя не надо ставить, вот оно сразу же помещается. Правой кнопкой мыши просто кликаем и в коробку засовываем все нужные вещи. Также эту коробку можно поставить. Зажимаем Shift, правой кнопкой мыши, и она ставится. Текстурка, конечно, я скажу, у нее прекрасная. Мне нравится эта текстурка, особенно эта приоткрывшаяся штучка. И также здесь ее можно открывать. Ух, еще и эффект открытия есть. Вот это да, это плюс. И вот и что еще можно рассказать про этот мод? Я думаю, это все. В принципе, мод качественный. В некоторых случаях полезный очень будет для кого-то. И я думал рассказать про черные дыры образования, но ничего не получается. Коробку в коробку нельзя засунуть. Ну, я думаю, на этом мы с вами закончим. А я говорю вам, подписываемся, ставим лайки, комментируем. Пока!